На этом моя часть выпуска завершена. Сейчас передаю слово Вере Фефиловой. Она беседует с начальником отдела по защите прав потребителей Ириной Корнюшиной. Она рассказывает, как быть грамотными покупателями. До встречи. Каждый день мы совершаем покупки, приходим в магазин, но знаем ли мы свои потребительские права? В гостях у нас начальник отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского городского округа Ирина Корнюшина. Она расскажет, что должен знать каждый покупатель. Международной федерации потребителей 2017 год объявлен годом, который проходит под девизом «Права потребителей в цифровую эпоху». Потому что все больше потребителей совершают покупки, пользуясь интернетом. А есть ли какое-то законодательство, которое регулирует именно интернет-покупки? Статья Закона о защите прав потребителей 26.1 «Дистанционная продажа товаров» как раз и позволяет потребителям возвращать такие товары в случае, если они оказались качественными, но потребитель передумал совершать покупку, либо если такие товары оказались некачественными. При дистанционной продаже товара продавец обязан в письменной форме сообщить потребителю до заключения договора купли-продажи такую информацию, как свое наименование, адрес и информацию предоставить о товаре. Также продавец обязан в письменной форме сообщить потребителю условия возврата такого товара, если товар был качественный. 7 дней есть у потребителя для того, чтобы такой товар вернуть. А масштабы страны, территория у нас большая, почта очень долго работает. Вот 7 дней с даты получения такого товара потребитель может передумать и товар такой вернуть. А до того, как этот товар получен, потребитель может в любой момент отказаться от товара. То есть, если он даже уже в пути, мы все равно имеем право отказаться. Но теоретически продавец может требовать от потребителя возмещения затрат, связанных с транспортировкой товара. Если продавец не предоставил в письменной форме потребителю информацию о возможности возврата в течение 7 дней, то потребитель может такой товар вернуть, внимание, в течение 3 месяцев, очень большой срок. Интернет-ресурсы есть разные. Иностранные, мы знаем, что очень многие любят заказывать товары из Китая. Если вы говорите о покупке товаров на товарных агрегаторах, они не являются непосредственно продавцами товара. И, в принципе, современным законодательством о защите прав потребителей вопрос покупки таких товаров не урегулирован. Но практика такова, что возвраты товаров происходят качественных и некачественных вполне в рамках законодательства. Хотя непосредственно работу товарных агрегаторов закон не регулирует, и термина там такого нет. То есть популярный сайт, который все знают прекрасно, он не регулируется законом? Нет. Если речь идет об интернет-магазине, нужно отличать. То есть юридическое лицо, допустим, организовало сайт, реализует там дистанционной продажей свои товары, то обыкновенно получается дистанционная торговля. И как раз действуют те правила, о которых я говорила. 7 дней, 3 месяца, 2 года. Если потребители купили через интернет товар у частного лица, то понимаем, что в таком случае человека и потребителем назвать нельзя, и действует он полностью на свой страх и риск. Но если говорить о обычных магазинах, в которые мы ходим каждый день, совершаем покупки, что делать потребителю, если он приобрел некачественный товар? Письменная претензия – это обязательно. Можно, конечно, очень любезно беседовать с персоналом магазина, но насколько эта беседа будет продуктивна, вопрос большой, вопрос открытый. Пока письменная претензия не предъявлена продавцу, то есть в организацию, которая деньги получила за товар, рассчитывать на то, что ваши права потребителя будут соблюдаться, наивно. Поэтому только письменная претензия. Какие обращения чаще всего поступают в отдел по защите прав потребителей? Компетенция нашего отдела – это товары и бытовой подряд. Мебель, обувь, одежда, технически сложные товары. Кроме продовольственных, продовольствием мы не занимаемся. Бытовой подряд – это те работы, которые выполняют для нас, как для потребителей, по нашему заданию. Например, сшить шубу. В рамках нашей компетенции чаще всего все-таки поступают обращения по технически сложным товарам. И нередкие к нам еще обращения по качеству мебели. К сожалению, качество мебели тоже оставляет желать лучшего. То есть человек обнаружил какую-то поломку или неисправность. Помимо того, что мы обсудили, вот письменный момент, экспертиза. Он должен где-то ее сам сделать, либо это предоставляете вы? Законом предоставлено продавцу право провести проверку качества. Более того, в течение гарантийного срока, если потребитель обратился, то продавец обязан провести проверку качества, ну, либо сразу согласиться с мнением потребителя. Однако, если обращение потребителя поступило за пределами гарантийного срока, либо гарантийный срок не был установлен, то обязанность проводить проверку качества законом возложена на потребителя. А экспертиза – это мероприятие, которое проводит экспертная организация, то есть занимаются этим специалисты, чья квалификация формально подтверждена. И при проведении экспертизы эксперт обязательно отражает в экспертном заключении, что он предупрежден об уголовной ответственности за предоставление недостоверной информации. Нередки случаи, когда потребители самостоятельно проводят экспертизу, получив от продавца отказ, или
в случаях, когда на товар не установлен гарантийный срок. В таком случае потребителям нужно понимать, что расходы, обусловленные проведением такой экспертизы, закон рассматривает как убытки, причиненные потребителю некачественным товаром, и дает потребителю право требовать возмещения таких расходов от продавца. О каких расходах речь? Расходы непосредственно на оплату услуг эксперта и, возможно, транспортные расходы, обусловленные проведением экспертизы. Многие также спрашивают, что делать, если они приобрели товар в какой-то крупной торговой сети в другом городе, но обнаружили недостаток его только когда возвратились в Междуреченск. Что в этом случае делать? В этом случае потребителю нужно определиться, в Междуреченске есть или нет магазины этого же продавца. Причем наименование сети здесь не служит индикатором. Нужно все-таки выяснить, юридическое лицо то же самое действует в Междуреченске, что и в том городе, где товар приобретен, или другое. Потому что потребитель свои требования, например, о возврате товара, о ремонте, может предъявить продавцу. Продавец – это кто? Организация, которая получила за это деньги. Если в Междуреченске действует другое юридическое лицо, несмотря на то, что оно действует в рамках той же торговой сети, потребитель в Междуреченске претензии такие предъявлять не может. Если, например, магазин закрылся вообще в Междуреченске, куда обращаться? Все, что касается юридического лица, можно посмотреть на сайте налоговой инспекции, налог.ру. Если это юридическое лицо действует, то там вы увидите адрес этого юридического лица. И на этот адрес сможете отправить свою претензию. Если это юридическое лицо прекратило свое существование, то, к сожалению, проблема остается нерешенной. Хорошо, если продавец удовлетворил все-таки претензию, а что делать, если он отказывается? Обращаться в суд? А если он находится в другом городе, то как быть? Как быть потребителю, когда он получил, вот уже решение суда есть, получил на руки исполнительный лист? Что теперь потребителю? Ехать нужно по месту нахождения продавца, работать с приставами? Многие потребители так думают, и это часто людей останавливает от обращения в суд. Нет, потребитель может обратиться в банк, в котором у продавца имеется счет, и тогда банк принимает от потребителя исполнительный лист, принимает от потребителя заявление. При поступлении денежных средств на счет продавца, на счет этого ответчика, переводит эти денежные средства уже на счет потребителя, на счет истца. Что касается морального вреда, потребитель может потребовать возмещения его? Закон построен так, что сам факт нарушения прав потребителей уже является основанием для возмещения морального вреда. А его размер определяет уже суд? Совершенно верно, определяет суд. Нет какой-то сетки или какой-то градации. В наш город приезжали продавцы дорогостоящей посуды в марте и в сентябре. И скажите, у потребителей были какие-то к ним претензии? По качеству посуды претензий не было. Были претензии по цене. Цена 96 тысяч, 101 тысяча рублей за комплект посуды. Такая посуда и такие товары на таких выставках, они продаются с использованием заемных средств. То есть потребитель заключает кредитный договор. Потребителю можно заранее предполагать, что его заманивают на такое мероприятие, если ему предлагают посещать какую-то выставку и иметь при себе паспорт. То есть паспорт всегда предполагает заключение кредитного договора. Если потребитель действует оперативно, то у него есть право отказаться от такого договора кредитного, есть право вернуть такую посуду в течение 14 дней. Если потребителю удается ссылаться на ненадлежащее качество посуды, ну это хорошо. Если качество посуды безупречно, срок 14 дней упущен, и финансовая организация, то есть банк, уже деньги продавцу перевел, то шансов вернуть такую посуду в самом деле немного. Человек же видит цену, он должен понимать. Я не знаю, в каком состоянии люди приобретают такие товары. Дело в том, что никаких законодательных ограничений на реализацию посуды нет. Еще я знаю, есть такие продавцы, которые приходят прямо к тебе на порог, стучатся в двери и предлагают свои товары. Вот это вообще законно и как тут действовать? Запрета на это нет. Вот так, это так называемая разносная торговля. Во-первых, вы ставите под угрозу свою безопасность, когда открываете дверь таким людям. Во-вторых, если в дальнейшем окажется, что вы столкнетесь с чем-то товар некачественный, захотите такой товар вернуть, не всегда на руках у потребителя оказываются, во-первых, просто документы о покупке. Во-вторых, даже если эти документы есть, не всегда эти документы достоверные. В жизни человека иногда есть такие крупные покупки, на которые он долго откладывает деньги, копит. Например, автомобиль. Что он должен помнить при такой крупной покупке? На руках у потребителя должен остаться договор, в котором четко определено наименование, количество, цена товара. Если товар был передан незамедлительно потребителю, хорошо. Если передача товара
отсрочена по отношению к дате заключения договора или к дате оплаты, то тогда должна быть указана и дата передачи товара такого крупного, действительно дорогостоящего. Почему это важно? Потому что в случае нарушения продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара, продавец обязан выплатить потребителю неустойку из расчета 0,5% суммы предоплаты за каждый день просрочки. Очень рекомендуется, конечно, проверить комплектацию. Комплектация должна соответствовать той, что отражена в договоре. Автомобиль также относится к технически сложным товарам. И такой товар, как автомобиль, вернуть или заменить можно, когда, если он оказался некачественным, либо в течение 15 дней со дня передачи товара, не с даты договора, а с даты передачи товара, либо если проявился существенный недостаток в течение 2 лет со дня покупки, в течение гарантийного срока выявился недостаток у автомобиля, потребитель обратился к продавцу или в авторизованный сервисный центр, ему там говорят: вам необходимо подождать, сейчас придет скоро запчасть, и мы этот недостаток устраним, мы запчасть вам заменим. Если обращение потребителя было устное, то срок для устранения недостатка, максимально 45 дней, может пройти несколько раз, и потребитель не сумеет доказать, что он уже обращался и что какие-то обязательства уже имеет перед ним продавец по устранению такого недостатка. Если потребитель письменно обращался к продавцу или в авторизованный сервисный центр, то факт превышение максимального срока единовременного устранения недостатка 45 дней дает потребителю право требовать возврат денег или замену товара. Это что касается гарантийного ремонта, а что касается обычного ремонта? Если потребитель намерен отремонтировать автомобиль платно, то он должен понимать, что при приемке автомобиля в ремонт ему сервисный центр или СТО в обязательном порядке должны выдать какой-то документ. Обычно это наряд-заказ. В этом документе должно быть четко определено, какой автомобиль принят, для каких работ, в каком состоянии, вплоть до того, что должен быть указан километраж. На СТО форма такая документа, она есть в обязательном порядке, потому что она предусмотрена постановлением, которое регулирует платный ремонт автомобилей. Поэтому если вам говорят, что у нас нет никаких нарядов заказов, и мы никакие договоры не заключаем, и квитанции не выдаем, подумайте трижды, готовы ли вы рискнуть своей безопасностью. Когда мы отдаем вообще дорогостоящую технику в ремонт, что нам должны на руки дать? А вдруг мы придем и нам скажут, а вы нам не давали ничего? Если мы говорим сейчас о платном ремонте, то тот же самый наряд заказ, либо квитанция, либо какой-то другой документ, по сути договор, в котором указано, что у нас принято, марка, модель, серийный номер, описание вещи, трещины, сколы, комплектация, сопроводительные документы. И также должно быть указано, по поводу каких недостатков будет проводиться ремонт. В случае утраты вещи, если вещь украдена, потеряна, либо приведена в негодность, потребитель может рассчитывать либо на возмещение двойной стоимости утраченной вещи, либо потребитель может рассчитывать на то, что ремонтная организация по требованию потребителя предоставит ему вещь аналогичного качества. В случае просрочки платного ремонта какие права есть у потребителей? У потребителя есть право на неустойку. При этом неустойку потребитель даже и требовать не обязан. По-хорошему исполнитель неустойку должен выплатить сам 3% цены работы, то есть без стоимости запасных частей, за каждый день просрочки. Часто при покупке продавец также предлагает приобрести дополнительную страховку. Что на этот счет говорит закон? Но закон не обязывает потребителя заключать никакие дополнительные договоры, это первое. Поэтому если вы не хотите в отношении товара приобретать дополнительную страховку, делать вам этого не нужно. Если вы такую страховку приобрели, то тут нужно вам определиться, какие полезные услуги вы получите от страховщика. А иногда люди страхуют свою жизнь, свое здоровье. В таких случаях потребителю нужно иметь в виду, что условием договора страхования Центробанк обязательным указывает следующее. Обязан страховщик указывать, что в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора страхования, независимо от даты оплаты страховки, потребитель имеет право от страховки отказаться. И тогда в течение 10 рабочих дней страховщик обязан потребителю денежные средства, полученные как страховую премию, вернуть. Наш отдел расположен по адресу Строителей 18, приемная граждан администрации Междуреченского городского округа, кабинет 2. Обратиться вы к нам можете по телефону 4-21-63. Спасибо большое за продуктивный и полезный разговор. Я надеюсь, что потребители теперь будут лучше разбираться в своих правах. С вами были Новости Плюс 1. Вера Фефилова. До свидания.